реально жесть. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младшего увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. Попадание снаряду в житловий будинок на рівні 18-21 поверхів. Пожежу ліквідовано, загроза руйнування житлового будинку існує. Кількість постраждалих наразі уточнюється. Тут есть бомбоубежище, мы там ночевали. А сейчас пытаемся пройти. Они возле дома, у них там паркинг есть. Вот они уже двое суток сидят безвылазно с маленьким ребенком в подземном паркинге. Честно, за столько лет жизни никогда не додумала, что я доживу до такого ужаса. Там в данный момент проходят разминирование. Туда не... Doing a trench. Is making a... Сейчас. 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 Сейчас.